بسم الله الرحمن الرحيم. В Шейхантаурском районе Ташкента возвышается исламская святыня, мавзолей и мечеть Сузукёте. Настоящее имя Сузукёте – Мустафакул. Он родился в 1140 году и был младшим сыном Гявхарухшточ, дочери основателя первого суфийского ордена в Центральной Азии святого хазрата Хаджи Ахмада Яссави. Согласно преданиям, в детстве будущего праведника дедушка брал на руки и ласково говорил: «Минин Сузукен, хушкельдингес, мой милый, добро пожаловать». Это сердечное обращение Сузук стало его вторым именем, под которым он сохранился в памяти людей. Праведник привлекал почтенных людей, мастеров, ремесленников и своих близких для облагораживания пустырей, заброшенных холмов и оврагов Ташкента, строил дома и давал кров людям. Сузукёте щедро делился своими знаниями со многими людьми, учил их ремеслу и честному труду, за свою жизнь воспитал сотни учеников. Позже эта махалля была названа в честь Сузукёте, праведного человека, мудрого наставника, мастера ремесел и покровителя молодежи. И сегодня жители этой махалли занимаются рукоделием, резьбой по дереву и другими видами ремесел. Согласно историческим источникам, Сахибкиран Амир Тимур в 1363-1364 годах построил мавзолей на могиле Сузукёте и мечеть рядом с ней. За последние годы мавзолей и мечеть были полностью обустроены и приобрели красивый вид. Вокруг мечети, главное помещение которой способно вместить 2000 человек, сооружены дополнительные навесы, созданы все условия для совершения молитв. Сегодня комплекс Сузукёте вновь распахнул свои двери для посетителей. Это священное место посещают тысячи путешественников и паломников из всех регионов Узбекистана и разных стран мира.